холода не беда. В эфире афиша, а значит, хмурые осенние выходные точно будут теплыми. Я Анна Троян. Расскажу, где согреться. Как говорят, среда – это маленькая пятница. Тогда в четверг точно пора отдыхать. Василий Алибабаевич зовет всех отдохнуть от души и посмеяться. Стендап возвращается в Люберцы. Комики из известных телепроектов создадут неповторимую атмосферу. Поверьте, это нужно слышать и видеть вживую, мои друзья. Приходите за порцией отличного настроения и, конечно, прекрасного ужина. Только обязательно забронируйте столики. Наступила золотая пора. Настроение прыгать по лужам и валяться в хрустящей листве. Жаль, так могут только дети. Поэтому вместе с ними приходите в Космополис согреваться радостными улыбками. В субботу на мастер-классе вместе с горячим чаем и сладкими плюшками научимся создавать украшения из даров природы. Венок из листьев – это главный тренд сезона. Давай научимся его плести вместе. Воскресенье – время тех, кто нас вырастил и окутал любовью. Добрый праздник, день всех бабушек и дедушек. Давайте отметим его в Центральном парке. Приглашаю и вас. Там устроят незабываемую яркую концертную программу. После танцев активно позанимайтесь на веселой тренировке. Легкой, специально адаптированной для пожилых людей. Ну и, конечно, после всех движений отдохнем. Устроим чаепитие. Не сидите дома. Приходите. На этом все. Отдыхайте с умом, развлекайтесь, ходите в кино. И тогда осень точно заиграет яркими красками. С вами была Анна Троян. Пока-пока.